Как стало известно и о Prime Crime, на днях в Польше 64-летний криминальный авторитет Тари Ланиани, он же Тара, снова поднял руку на действующего вора в законе. На этот раз от Тара пострадал Владимир Джебласа, более известный в уголовной среде как Мамула, которому вчера стукнуло 76. Инцидент случился на почве намерения Тара собрать сходку для урегулирования своего вопроса с Ватей, которого Тара ударил в предыдущий раз, когда хотел вернуть себе имя, утраченное в 2009 году из-за подозрений в причастности к убийству. Япончика. По словам источника, чем больше движений совершает Тара, тем глубже затягивает его трясина, в которой он уже по уши.